вот я приспособился, тут еду сзади. На большом тракторе. Солому везет. Иеремия. 15 лет ему уже. С 12 лет на тракторах тут работает. Домой везет сено. Вот я его догнал. Вот это у него техники столько. Ой, Иеремия. Добрый день. Доброе утро. Посмотрим тут как. Это у них дом. На одной машине уехал он в город. Это, наверное, жены, да еще и у сына. Земля кормит. Безобманно. Абсолютно безобманный человек. Вот, одна собачка выскочила, большая. Рэм. Ну, а где он там? О! Да кто там вышел? Ну, Алабай. Алабай вышел. Вот она лабай какой, а? Ну еще. Этот в конуру залезет, когда без привязи и гуляет с Игорем. А потом надо привязать. Он не дается привязывать. Вот какой вырос лабай. Лабай большой такой, да долговязый. Два кобеля. Вот так. Сейчас он его отцепляет, трактор, и начнет подцеплять другим трактором. Это пожарную купили, но она для других целей. Тут на пожаре-то ни разу не была. А там эти самые тюки. Вот как Господь благословляет Потеряевку. Каждый тюк, только знаете, сколько весит? А теперь сколько их тут? Вот только в один ряд 6 штук. И вот подряд, вижу, только 4 не превысит, 24. Ну и так далее. Вот. Господь как благословляет землю эту. В рост человека трава. Все есть абсолютно. Тут у него скотина держится. Посмотреть. Трактора. Годные, негодные. Всякая техника. На сеялку, на покос, на уборку и на прополку. То есть протравливают когда. Все заняты. А город, город этого дать не может по своей структуре. Все магазины, деньги. Здесь тоже деньги. Вот эта машина обошлась почти 1 000 000. Колеса тут, вот я рядом иду без приближения. Выше метра, 1,20 м почти. Ну да, 30-40. Я добираюсь до своего велосипеда. У меня техники никакой. Радуюсь другим. Вот они какие у него катюши стоят. Бульдозер не работает. Это как раз крутит это сено, комбайны. Из Казахстана отработанные комбайны покупают.
А новое купить абсолютно невозможно. Ну, с голоду никто тут не страдает. Вот Иеремия едет. Терентий едет, это брат его старший. Увидал, что на узком месте столкнулись. Он остановился, чтобы я проехал. Уважительно очень. Родители воспитали. Вот как дело-то обстоит. Вот он едет. Я опять увязался за старым братом. Уже посыпил, или он у него был. А, новую кладку начали. Новый зарод. А потом покрывают полотном. Пленкой. Потеряю, повторяюсь, 7 августа. Вот отцепил, теперь начинает разгружать. Чем занимаются в это время такие вот два юноши в городе? При всем желании, при всем правильном воспитании, он ничего не может делать. Ну, только где-то удастся, если там в команду какую-нибудь поехать, в Санкт-Петербург, в Москву, студенческий отряд. А если это еще не студент, а и уже не студент. Вот оно как. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть тюков в ряд высоту. Ну и можно понять, сколько их здесь кладут они. Перенки. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 15. 15 на 6. Умножай. По-моему, 90 все-таки. 90. А их уже это раз, два, три, четыре, пятая кладка. 90 умножить на 5. 450 кубов. Ну, это еще даже будет дальше. Такая земля. А это рядом конопля, крапива, березы. Он как точно кладет. Как будто все. Сантиметр в сантиметр. Вот сколько обращался к Терентию, ни разу не отказал. Надо что-то привезти. Но я не для себя там. Когда мы трудами занимались.
слову сказать, не женатый парень. Закончил университет, сейчас отцу помогает. Не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Вот так. Конечно, вручную это намного больше времени заняло. Мы вручную сделали когда-то, были мужики сильные много, пока не переколотили их. Сегодня два известия получили. У Виктора Савченко сын родился. И у нас в общине, у Николая Кручины с Анной, а там Виктор и Анна. Про Виктора Савченко спрашивают, где он, где он? Во Франции. В гостях у жены. Второй ребенок. И там тоже первые были дочери. Варвара, не знаю, как назовут дальше. А там Ангелина. Не, я жду, что показать, как он следующий будет разгружать. Наклоняет маленько. Все. Еще два. А это колхозные сады. А между ними тут малина, где мы вчера набирали. Малина. Никто не сажал ее. Дикая растет. Но вкусная, намного вкуснее домашней. Тут у него старые комбайны, видно, заброшенные. Какие детали взять. Это вот сгребают волки машины. И здесь что-то, видимо, связано с селкой. Я не знаю даже. Раз. Поднял. Поехал. Как легко работать с этими ребятами. Никогда ни грамма не выпивают. И не нуждается, не говоря уж там наркотики, табак. Навоз большой такой. В прошлый раз нам Иеремия заезжал. Там тютелька-тютельку подпер и обратно тоже. Ну, передним ходом, не задним. Отлично получилось. Вот на чем возить. Колеса должны быть. Все это смотреть надо. Все. И машина сама увязывает веревочками как надо. Все, положил.
Я ждал, что вы будете его разгружать. Ну, я сейчас подгоню и разгружу. Да? Понятно. Я сталкиваюсь с каждым из них, где-то что-то надо помочь. Ну, по прудам, по дороге привезти. Все равно выберут время, сделают. И отец такой же. Все-таки хочешь узнать сына, познакомься с отцом. Хочешь жениться на дочери, познакомься с матерью. Это заправка у него возить. Эти все требуется. Сколько техники? Ничего этого у него не было. Здесь как-то нанялись у него. Нанял делать стенку. Они сделали, деньги получили, только и стена тут же упала. Вся стена из шпал. Ну, никакие бродяги. Обман везде. Ну, вот этот большой, вот на этом он заезжал. Все.